Добрый день, дорогие абитуриенты. Меня зовут Валентина Юрьевна Горбунова, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Башгосспедуниверситета. В магистратуру по направлению 06-04-01 биология на профиль генетику магистранты сдают два экзамена. Первый, устный, пишется тест, который запланирован на 1 августа с 9 часов до 15:00. Выделяется один час и только одна попытка. На сайте приемной комиссии вывешена программа вступительных экзаменов, разбираются тесты примерные, и там дана справочная литература. Я прошу вас обратить внимание на цитологические и молекулярные основы наследственности. Устный экзамен – это в виде реферата вы оформляете программу своей исследовательской деятельности при поступлении в магистратуру, и можно написать логико-смысловую модель. И в том и в другом случае в введении указывается цель, задачи и предполагаемые результаты ваших исследований. На консультацию я вас жду 31 июля с 10 до 12 дня. Вопросы свои, которые нужно обсудить, присылайте, можете прислать и заранее по электронному адресу нашей кафедры obg_bspo@mail.ru или на WhatsApp по номеру телефона 8-905-35-157-51. Всего доброго! Ждем вас на экзаменах!